Середина января, время забыть о праздниках и начать разряжать елку. Но впереди еще одно торжество. В пятницу ночью страна отметит Старый Новый год. А значит, снова застолье и снова подарки. Время чудес продолжается. Традиция отмечать Старый Новый год в следующем году исполнится 100 лет. Ровно столько времени прошло с момента смены юлианского календаря на григорианский. Культуролог Мария Миловзорова встречает нас в выставочном зале «Шестой этаж». Здесь вместо привычной елки – корабль. В галерее отмечали тематический Новый год в греческом стиле. А у греков было принято вместо праздничного дерева строить торжественное плавсредство. Преподаватель рассказывает, тяжелую для желудка и печени традицию отмечать Старый Новый год можно объяснить с точки зрения православия. 31 декабря приходится на время поста, значит, ни пышных застолий, ни шумных гуляний быть не должно. Приверженность Старому Новому году, она еще и некий отклик на то, как русский человек пытается в своей душе найти компромисс между православием, которое ему безусловно важно и безусловно дорого, и своими традициями, да, какими-то, которые тоже ему чрезвычайно важны. И поэтому встречать Новый год после Рождества – это на самом деле, ну, примирение, и это правильно для русского человека. Среди молодежи праздник Старого Нового года не особенно популярен. Студентам и школьникам гораздо ближе к сердцу красивое католическое Рождество. Тем не менее, наш опрос показывает, праздник оксюморон большинство не забыли. Отмечать его считают нужным. Хотя почему этот день появился, немногие знают. Вы отмечаете Старый Новый год? Нет. Почему? Скучно что-то. То есть уже здоровья не хватает? Да-да, болеем. Вы отмечаете Старый Новый год? К сожалению, нет, не в сессии. То есть сессия не повод для отмечения праздника? У меня сейчас такой вопрос. У меня просто сейчас такая проблема, то, что сессия, да. Вот крещение скоро будет, вот можно, да, отметить, скупаться. Отмечаться он должен, но мне всегда казалось, что на Новый год отмечается. Как бы провожаем Старый Новый год и все. Вы думаете, нужен вообще этот праздник? Ну да. Все-таки в год он принес какую-то память все-таки осталась. И надо это как-то зафиксировать. Два раза отметить. Ну, новый встретить надо, а старый проводить как следует. Так же, как и в обычный Новый год, сидим за столом, скромно, своей семьей. Ну, это тоже семейный праздник. Ну да, да, да. А почему он называется Старый Новый год, вы знаете? По старому стилю, по старому календарю. А елку когда надо разряжать? После Старого Нового года. Городская афиша предлагает горожанам провести традиционный праздник вне дома. Музыкальный театр приглашает посетить бал «Маскарад». А в Центре культуры и отдыха состоится фэшн-шоу «Феерия моды». Там ровно в полночь у красавицы елки все гости и участники торжества могут встретить с боем курантов Новый год по старому стилю. Большая программа запланирована и на выходные. Горожан, которые еще не устали от праздников, или тех, у кого открылось второе дыхание, ждет спортивная и развлекательная феерия в городских парках. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.